Друзья, сегодня меня в кафе «Камин» пригласил мой друг Арнав. Айдарья, хавайся, брат, родной. Банкет подготовил, стол прям шик. Пойдем, пойдем, брат, там все накрыто, сейчас нормально все будет. Похавай. Да, здравствуйте. Ой, извиняюсь, а вы не проходите? Как? Ну, у вас температура повышена. Арнав, мне это, температура, говорит, повышена. Да ты что? Ну пойдем тогда в другое заведение, брат. Не, я, давай это, домой поеду, что-то мне поплохело. Паниковать начал что-то я. Без обид, братан. Позажег, брат. Кишь, от души. Я выручил конкретно. Ослар кирвал так кунака. И давай потом их по кафешкам возить. Ах, шажок кизде. И так ах, шажок. Заевал ослар. И это, брат, сейчас я через 2 часа с женой приду. Ты же так же сделаешь? Ни, ты, мама, си.